зовут Вадим, и сегодня мы поговорим о луке Mac Silver. Давайте рассмотрим, что входит в комплект Mac Silver. Это фирменный чехол, тетива, глушилки и сам лук. Я хочу обратить ваше внимание на то, как правильно натянуть рекурсивный лук. Изначально правило правой руки сохраняем, переступаем правой ногой, фиксируем оба крыла и контролируем, чтобы тетива на нижнем крыле была по центру лука. Производим сам момент натягивания. После одевания верхнего ушка не спешим отпускать лук. Проверяем, по центру ли тетива снизу. В данной ситуации у нас утолщилась отлично. Тетива находится по центру. Давайте же рассмотрим, из чего состоит сам лук. Как мы видим, здесь прозрачное стекло немецкое. Под ним четко просматривается структура дерева. В данной комплектации это кленовая плечи и ясеневая ручка. Также в этом луке присутствуют кожаные накладки и вибрикошение, которые позволяют тише и комфортнее производить выстрелы. Соответственно, по самому луку по центру находится удобная кожаная рукоять, которая также позволяет стрелять как традиционным трехпалым батом, так и кольцом. Какая же полная длина этого лука? В данном исполнении это 52 дюйма. При этой длине максимальный вытяг предусмотрен 30 дюймов. Соответственно, от каждого клиента можно подобрать свою силу натяжения и свой вытяг. Давайте же рассмотрим, для чего этот лук подойдет больше всего. В первую очередь, это его компактный размер. Тем, кому хочется иметь сильное компактное оружие, подойдет именно этот. Второй вариант – это конная стрельба. Лук есть очень маленьким и маневренным. Соответственно, очень удобно стрелять сложно. Также для людей, которые хотят освоить стрельбу кольцом, тоже подходит именно этот. Всем спасибо, всем хорошего настроения, удачной стрельбы, подписывайтесь на наш канал Kira&Co.